Одежда. Угу. О, хотели же... Все? Чемоданы со скидкой 50%. 2590. Ну и 50% скидка получается. И здесь скидки. Трикотаж мой на нас поставил. Угу. 30%. И там стоит. Типа и там. А, вот, ну, 1400. Пойдем так, трикотажку. 2400. Очки. Часы. Вера, что скажешь? Дорого. Так, на второй этаж приехали. И смотрим. Здесь уже втором, на втором этаже подешевле. Уже 825, но не 10%. Ну и такие есть, которые дорогие. Он 5400, например. Брендовый, или как сказать. Вот недорогие, плюс еще скидка. Футболки. Угу. Бабушки сначала в трикотажку. Внутри тысячи. Ну, три... 100 долларов. Почти. Ну, что, 3000? 300 тысяч. 2990 тысяч. Даже 2? 2 990 долларов. Ну, 625. Вот и дорогие платьишки. Здравствуйте. Да, очки. Угу. Нет, смотри, что-то похоже, как у меня. Угу. Только ты ее в Остине за сколько взяла? В Остине ты за сколько ее взяла? А здесь вот 600 умножить на 3. 1700, ну я бы что-то. Угу. Очки 500. Эти всю маечку кис-кисом соблазняю на майку. Ну, можно майку взять. Угу. Ну, если 50, то можно. Пойдем. Вроде как, да. Только знаешь, оно... А состав? Что-то какой-то, знаешь, как будто бы синтетика. Cảm thấy thì cũng là tại vì sản phẩm năm nay chị nhé 1 triệu đồng.
Так, ну это какой-то супермаркет. Маркете. Это я уже это видела. Бошки в Греции привозили. Сувениры. Ну, какие интересные из камня. Изначально цена большая. Так, поднимаемся на 4-й этаж, посмотрим, что там. Еда. Мы проголодались. Вышли с торгового центра и дождь. Хорошо были с собой дождевики. Вера вот одела дождевик, и вот такая она интересная идет. У нее сзади рюкзачок. Ну, в общем-то, все прелести жизни мы здесь испытали. Вчера под дождь попали, сегодня, но сегодня уже умнее в дождевиках.